С вами компания Электромотор. Еще хочу вам показать уличный камин от торговой марки Enters. Это газовый камин инфракрасного типа. Значит, здесь у нас идет горелка, специальное стекло жаропрочное. Модель у нас называется Nova LED, мощностью до 2,5 кВт. Вот технические характеристики. Есть датчик наклона. Внешне как это выглядит? Внешне у нас, вот такой вот лист, нержавейка. Внутри емкость для баллона, редуктор. Подключаете, закрываете. И сверху идет пьезорожек и само горение. Есть один включен, я вам покажу, как по типу это выглядит. То есть уличный обогреватель каминного типа, очень стильный, красивый для... Цвет вы сами можете оценить, даже видите, какой, как будто какой-то такой с краснотой по бокам, когда горит непосредственно сам обогреватель. Здесь на ножках, колесиков нету. Внешне такого приятное стальное, больше серого цвета. Комплектуется газовыми баллонами, взрывобезопасными обычно. Установлен обычно HP-серии чешского производителя. В общем, интересует такая модель, звоните. Цена на сайте рекомендованная розничная. Но мы компания небольшая. Сюда можно позвонить, пообщаться. По Эндерсу поможем, с подбором, с продажами. Ну, выглядит очень сильно. Здесь где-то 20 сантиметров у нас стекло. Здесь у нас вот такие... металлические или пластиковые, поближе посмотрю, держатели. Все остальное нержавейка. Но не думайте, что просто там какая-то стекляшка. Все запатентованное, все имеет специальную конструкцию и горелка, и все. Кстати, внизу горелка очень похожа на нашу газовую горелку, которая была в советских газовых плитах. В общем, по покупке продукции Enders смело обращайтесь в компанию Электромотор. Всегда подскажем, поможем.